Сейчас мы открываем. Мы продолжаем на Хэллоуин. У нас много инструкций от Бога. В Новом Завете мы открываем книга Ефесянам, глава 5, стих 11. Книга Ефесянам, глава 5, стих 11. Не общайтесь с бесплодными делами тьмы, но облегчайте их. Не общайтесь с бесплодными делами тьмы. С делами тьмы. Не общайтесь. Что это значит? Когда мы делаем это, мы поклоняем другой Бог. Мы не поклоняем истинный Бог в Библии, еврейский Бог. Это инструкция здесь. Еще раз. Не общайтесь с бесплодными делами тьмы. Например, это бесплодными делами тьмы, это Хэллоуин, день рождения. 8 марта, Рождество. 1 января, Новый год. Эти все праздники, они, как сказал здесь, они бесплодными делами тьмы. Они все мерзость. Эти все праздники, они все мерзость. Первая инструкция. Сейчас мы открываем 1 Коринфянам. Глава 10, стих 21. Это другой закон или другой инструкция. Вы не можете сказать, я люблю Бога, и вы будете отмечать день Хэллоуин. Вы не можете называть себя христиан, человек, а вы будете отмечать день Хэллоуин или остальные праздники, которые наш Бог не дал наши люди в Библии. Если вы хотите, если вы любите Бога, соблюдайте их законы, отмечайте их праздники. Если вы не любите Бога, отмечайте язычники праздники, остальные люди праздники. Вы не можете быть 50% на наш Бог праздник и 50% на остальные люди праздники. Нет. Это невозможно. Невозможно вообще. 1 Коринфянам, глава 10, стих 21. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую.
не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Еще раз. Не можете пить чашу Господней и чашу бесовскую. Вы не можете сказать «Я люблю Бога», а вы будете отмечать Хэллоуин. Мы уже читали здесь, сказал, это сатанинский праздник. Это главный сатанинский праздник, кроме день рождения и день Варпугиева. Поэтому здесь наш Бог сказал, не можете пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Нужно быть 100% для нашей Бога или 100% для Сатана. И все. Но я здесь говорю вам сегодня, надо быть 100% для нашей Бога. Израиль – люди, мои народы, мои соседи, мои любимые черные люди в России, в Украине, в Беларуси, Узбекистане и все остальные русскоязычные народы. Надо быть 100% для нашей Бога, если вы не хотите умирать. Вы уже видели, что наш Бог делает на все мир, на все народы с коронавирусом. Это ничего. Коронавирусы или COVID-19 – это ничего для Его. Он это делает. Это Его суждение. Это вирус. Это Его суждение. А много людей уже умирали. Много людей уже умирали от этого вируса. Или болезни. Каждый день мы слушаем, тысячи уже умирали в один неделю. Тысячи – это страна, тысячи – другая страна. Это не смешно. Это не смешно для нас. Но наш Бог, Он только заботится на Его люди, Израиле люди. Поэтому я вам скажу сегодня, надо быть 100% для Его. Есть больше, великие болезни, великие суждения идет от нашего Бога. Очень великие суждения идет. Сейчас, может быть, вы хорошие, у вас нет болезни от COVID-19 или коронавируса. Это не значит, что Он не будет наказывать тебе, если вы будете продолжать поступать в эти все праздники. Дальше. Сейчас мы открываем книга 1 Тессалоникийцам. Глава 5, стих 22. Удерживайтесь от всякого рода зла. Еще раз. Удерживайтесь от всякого рода зла. Здесь сказал. Воздерживайся от всякого зла. Одинаково. Удерживайтесь от всякого рода зла. Вы не можете сказать. Еще раз. Вы не можете сказать. Я не отмечаю Хэллоуин. Я просто одеваюсь маск на лицо. Или одеваюсь как ведьма на этот день. Это сатанинский праздник. Я уже это читал от истории. Это сатанинские люди Библии. Сатанинская церковь Библии сказала, что Хэллоуин, день рождения, Варпугиева, день это главник. Сатанинские праздники, главник. Это значит, что есть остальные праздники.
еще много праздники, но эти трех праздники Варпугьева день рождения и Хэллоуин, эти праздники, они главные для ей. Еще раз, удерживайтесь от всякого рода зла. Надо слышать наш Бог от Библии. Дальше. Сейчас мы открываем книгу Откровения. Глава 18, стих 4. Книга Откровения, глава 18, стих 4. Книга Откровения, глава 18, стих 4. И услышал я другой голос с неба, говорящий: «Выйдите от нее, народ мой». Еще раз. «Выйдите от нее, народ мой». Кто его народ? Израиль люди. Почему он сказал «выйдите от нее»? Потому что мы на все народы. Наш Бог рассеял все наши люди на все народы. Поэтому Он сегодня говорит нас: «Выйдите от нее, выйдите от эти все страны». Это не значит улетайте, нет. Их доктрины, их культура, их традиции. Выйдите от эти все. Это что Он говорил наши люди в Библии. И тоже Он повторяет это инструкцию, это закон. «Выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в греках ее и не повергнуться язвам ее, что я не буду судить вас с ним». Что я не буду судить вас с ними. Когда был COVID-19. Он судил не только остальные люди, но наши люди тоже, потому что мы еще были в греков. Но что будет в будущем? Он будет забрать его люди, которые соблюдают все его законы или заповеди. Он будет забрать наши люди тогда, когда он, Иисус будет здесь и служить все народы. Он будет забрать нас, что мы не будем умирать с ними. Он не будет забрать тебя, если вы отмечаете эти все праздники, или если вы еще в греков, если вы согрешали все его законы. Он не будет забрать тебя. Вообще, никогда думает, что он будет забрать тебя. Нет, вы будете умирать с этими людьми. Еще раз, вы будете умирать с остальными людьми или народами. Сегодня он хочет, что вы будете обратиться от всех греков. Это не легкий один день, нет. Каждый день вы будете стараться обратиться от всех греков, которые у вас. Это что он хочет увидеть, что вы хотите изменить свой жизни, чтобы будете жить хорошей жизни, как он сказал в Библии, как он дал наши люди. Еще раз. Книга Откровения, глава 18, стих 4. «И услышал я другой голос с неба, говорящий: «Выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в греках ее и не подвигнуться язвам ее». Если вы любите Иисус Христос, соблюдите все его заповеди. Это что он сказал в книге Иоанна,
глава 14, стих 15. Если вы любите меня, соблюдите мои законы. Если вы любите меня, соблюдите мои законы. С этого я вам скажу. Хэллоуин – это мерзость перед лицом нашего Бога. День рождения – это мерзость. 8 марта. День Валентина. 1 января. Новый год. И еще остальные праздники у вас там, которые наш Бог не дал нас от Библии. И когда вы увидите в Библии, эти все праздники, они мерзость. Они мерзость. Если вы отмечаете эти все праздники, обратитесь от эти все праздники. Никогда не отмечайте им вообще. Никогда не отмечайте эти все праздники вообще. В будущем, в жизни. Что наш Бог будет получить тебя как его сын или дочь. С этого я вам скажу. Шалом, самый высокий Бог и Христос благословит вас. Берегите себя. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.